Ремонт на улице Борисенко, долгожданный, как его называют жители этой самой улицы. Но вот долгожданный ли он для остальных автолюбителей, тех, кто проезжает на этом участке, 2-3 месяца придется немножко постоять и подождать. Движение по улице Борисенко в районе дома номер 54А перекрыли. В сторону бухты Тихой автомобили и автобусы движутся в объезд по улице Монтажной. Сроки завершения работ неизвестны, ориентировочно рабочие говорят месяца 2, не меньше. Также, как сообщает в администрации Владивостока, в субботу из-за аварийного ремонта канализационного коллектора в районе Борисенко 21 было закрыто движение трамваев по маршруту номер 6, Минный городок, Сахалинская. Работы ведут специалисты предприятия «Приморский водоканал». Вот там перекрывали, здесь нет. И каждый раз она в одном и том же месте проседает. Она не проседает, это капитальный ремонт, тут как раз капитальный. Не участками будет делать, а капитальными. То есть вы опять будете полностью снимать все? Полностью снимать. И копать, да? Лотки, трубы, все. И насколько это все будет длиться? На месяц, на два. Местные жители называют это место не иначе, как Бермудский треугольник. За сезон его копают раз по 5, и это все в одном и том же месте. Также жители бухты Тихой отмечают, что дорогу здесь перекрывать все равно, что путепровод на Некрасовской в одну полосу пустить. Водителям в ближайшее время придется искать объездные пути и смириться с многочасовыми пробками.